Портреты викторианской эпохи в современной обработке. В Краеведческом музее открылась выставка «Страшное воспоминание». Это оригинальные фотографии конца XIX века, обработанные вручную американским художником Эдвардом Алленом. Одной из первых экспозиций увидела Елена Шарыгина. На выставку «Страшные воспоминания» Илья Аверкеев пришел скорее из любопытства, чем за острыми впечатлениями. Молодой человек в мистику не верит, но, увидев фотографии XIX века в зале Краеведческого музея, признался, стало немного не по себе. Особенно если бы вот это в темноте с фонариками, мне кажется, впечатлений останется очень много. Но так как я более взрослый человек уже, не так страшен, но это все равно интересно, ведь картины такие очень трудно делаются. И очень интересно смотреть за такими работами. Как рассказали сотрудники музея, все портреты изготовлены вручную в технике стерео-варио. За основу взяты реальные фотографии людей викторианской эпохи. Под каждым из них история изображенного персонажа. Если смотреть на портрет прямо, ничего мистического в нем нет. Но стоит изменить ракурс, зритель видит уже совсем другое лицо. Мы предлагаем очутиться в большом старом доме и посетить его комнаты. И вот в каждой комнате посмотреть портреты и инсталляции. И увидеть вот какие-то такие загадки, мечты, может быть, даже какие-то таинственные, страшные истории. У каждого портрета есть своя история. Можно подойти, посмотреть и прочитать. Это будет очень интересно. Владелец выставки – американский фотохудожник Эдвард Аллен. Он специально ищет викторианские фотографии по всему миру в стоках, барахолках и на блошиных рынках. И при помощи сферических микролинз создает стереопортреты. Экспозиция из 32 картин была создана 10 лет назад, и все это время она путешествует по миру. Сотрудникам Краеведческого музея даже пришлось встать в очередь с коллегами из других стран, чтобы получить возможность показать страшные воспоминания жителям Кирова. Выставка продлится до 12 мая. Елена Шарыгина, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича.